Областной центр туризма и краеведения открыл летнюю площадку. В каникулы в проекте примут участие около 400 детей. Работает программа уже второй год и включает в себя обучение навыкам спортивного туризма. Вязание узлов, использование веревок на местности, установка палаток, изучение особенностей местной природы и истории. Часть проекта реализуется совместно с юнармией. Участников обучают навыкам выживания в лесу и основам стрельбы. Каждый день он предполагает какие-то новые знания. То есть, допустим, сегодня они по веревочному парку лазают, а на следующий вторник у них вот как раз это идет патриотическая подготовка. А через неделю, допустим, еще может быть скалодром, потом ледодром, потом вообще просто по краеведению, экскурсии по набережной полностью с экскурсоводом. То есть вот такая она разнонаправленная. И когда ребенок уже приходит в августе на запись, он понимает, что он хочет. Может, он вообще хочет краеведением заниматься, а может быть туризмом, а может вообще в юнармию просто пойдет на эту дополнительную программу и останется.